Всем здравствуйте, Леон Классен сегодня забил 2 мяча. Что вы чувствуете, что вы испытываете сейчас? Ну, рад, что забил 2 гола, мог больше забить, там 1-2 еще. Но в целом хорошая игра, есть чем поработать, но двигаемся дальше. Вы сказали, что могли забить 1-2. Что вы скажете по этому поводу? Кто вам помешал? Кто не дал вам забить 3-й? Ну, в первом тайме был еще момент, где я мог тоже в касание бить. Не очень хорошо подрабатывал, и потом уже не получилось. Так, а во втором тайме? Во втором тайме не было больше момента вроде. Как вы сейчас чувствуете себя? Вы отыграли 90 минут, устали вы? Как часто вы отрабатывали назад? Хватало ли сил? Нормально себя чувствую. Конечно, было под конце чуть тяжело, но это сборы, это нормально. И я думаю, в целом мы готовы к сезону. Отлично, спасибо, Леон.